В общем, каждый год одно и то же. Выйдет, короче, Тим Кук. Скажет, что Android говно. И что вот Android 7.0 вышел и нигде не обновился. А восьмерка вообще нигде не встала. Вот iOS 10 вообще везде. Покажет безрамочный iPhone, наверное. Опять все решат, что это придумала Apple. Вот. Сделают прайс в штуку долларов. Потому что Samsung может, почему мы не можем. И, в общем-то, наверное, покажут интересные штуки, которые кто-нибудь где-нибудь, но уже когда-нибудь сделал. И снова весь мир с ума сойдет. И iPhone, блядь, везде. До презентации сутки, но уже месяц невозможно зайти в интернет. И что-нибудь не узнать об этом. Мы, в принципе, знаем про восьмерку уже буквально все. И про iPhone XS, называйте как хотите. Короче, заебало.